«Кино в картинах» – выставка кинохудожников Анны и Айдера Бешировых. Весьма необычно для Щелковской художественной галереи. В первую очередь многожанровостью работ. Тут и глубокие насыщенные образы в движущемся кадре, и весьма яркие, почти карикатурные рисунки, и живопись с натуры. Художники выполняли всегда какую-то, ну не какую-то, а очень серьезную задачу. То есть это именно неотъемлемая часть была кинематографии. Сейчас время меняется, сейчас многое синтезировано. В Амгике сейчас проходят перемены, приходят цуриковцы, которые начинают внедрять свои какие-то вещи. Это обычное дело, потому что искусство так устроено, что оно постоянно меняется. Айдер Беширов – заслуженный художник России. Профессор с 2009 года возглавил кафедру рисунка и живописи художественного факультета в ГИК имени Сергея Герасимова. В 1973 окончил Ташкентское художественное училище, а в 1981 году в ГИК по специальности художник-постановщик. Преподавал в Государственном институте телевидения и радио имени Литовчина в школе-студии МХАТ, член Московского союза художников, участник многочисленных выставок в России и других странах. Я никогда не думал становиться кинематографистом. У меня всегда была мысль стать живописцем. Понимаете? Поэтому на сегодняшний день, конечно, я занимаюсь больше живописью. Кинематограф, он ушел на задний план. Я преподаю в институте кинематографии и учу молодых ребят, да, вот этому искусству, киноискусству. Все, что я делаю, это довольно-таки глубокая переработка того, что я вижу, чувствую и хочу показать своему зрителю. Картины художника Анны Бешировой, у которой заслуг не менее, чем у супруга. Она является членом Московского союза художников, кандидатом искусствоведения и преподает на кафедре рисунка и живопись во ВГИК, также украсили стены галереи. Они ярко и непосредственно передают профессионализм и характер автора. Произведения супругов можно посмотреть в галерее до 10 апреля. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.